друзья, нашел вот такую картиночку, которая очень напоминает, покажи, что напоминает. Вот только что мы написали вот эту красоту. Не то чтобы она вот совсем повторяет ее, но что-то в ней от этой идеи есть. И попробую сейчас написать как бы подсказку для вас, как аналогия задачи может пригодиться. Смачиваю пол. У меня не нашлось тонированного холста. Взял белый. Это я делаю для того, чтобы краска зашла в холст без сопротивления. Без сопротивления сухого холста. Это чисто разбавитель. Так, теперь возьму вот этот грязючный цвет. Коричневый, голубой. Голубая ФЦ. Плюс охра. Змейка уползающая береговой линии. Уползающая змейка всегда создает эффект ухода. Синий. Это у меня королевская голубая, чуть-чуть с розовинкой. Розовый охра. В
плюс синева. Здесь у нас будет не такой большой кусок неба, как в предыдущей картинке, а маленький. Это будет небесно-голубая, чтобы она отличалась от цвета тени, чтобы небо одним цветом было сделано. Тени, которые отражают, имеют рефлекс неба, но были бы другим цветом. Немного напачкаю. Это та земля, то, что из-под снега, в виде каких-то недозасыпанных снегом мест, подтарчивает. Освещенный снег будет иметь оттенок рыженький за счет кадмия красного светлого. Крупные куски снега лежат прямо на траве. А
здесь эти куски даже освещены солнцем. Хотел было остановиться, но потом подумал, что слишком уж я домиком все сделал. Хочется что-нибудь не... неформального. Вот какую-нибудь, опять же, горбатенькую. Деревце молодое. И тоже с немножко листьями. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Подрезаем его снегом и отбрасываем от него тень. Которая здесь растаяла. Ну, вроде теперь можно и успокоиться.